центр. Мы поедем, не знаю еще куда, но куда-то поедем. Поэтому оставайтесь со мной, а мы погнали. Мы зашли в Ladies and Gentlemen. Походим тут чуть-чуть и пойдем дальше. Оцените мой лук. Ребята, мы тут уже больше часа, и как бы мой папа больше часа выбирал себе футболку. А, мы вышли. Опять поднимаемся вдвоем. Мы поднялись уже в раздевалке вдвоем. Вот взяла вещи, сейчас померю. Если мне понравится, как это выглядит, я вам покажу. Этот костюм прикольный, но юбка очень короткая. Так, идем дальше. Сейчас я опять переоденусь и, возможно, покажу вам. Боже, ребят, посмотрите, как... Блин, я не знаю, мне так нравится это платье. Я его возьму. Эй, купили. Мне очень понравился этот магазин. Я впервые его видела, но он такой клевый. Сейчас в Love Republic. И тут такая клевая одежда. Правда, не знаю... Тут прям взрослые уже размеры, и мне не очень одежда нравится, хотя некоторые прям... Мы приехали на заправку, чтобы перекусить KFC. Я подсела на здоровое питание, и теперь мы кушаем в KFC. Мы поели, и на этом влог заканчивается. Спасибо за просмотр, всем пока!